Уважаемые клиенты, сегодня мы вам покажем, как мы упаковываем чан, чтобы он доехал до вас в целости и сохранности. Внутри чана уже находится комплектация. Сверху закрыта крышкой. Обтягиваем стретч-пленкой вверх-вверх. Воздушно-пузырьковая пленка прокладывается вверх дерева, чтобы не повредить при транспортировке. Борта чана закрываются металлическим профилем. Борт защищен от механических воздействий. Чан полностью упакован от механических повреждений, от пыли. Закрываем верх полиэтиленовой пленкой. От дождя, от снега защищаем чан сверху.